Минобороны США обнародовала обновленный перечень вооружения и военного оборудования, выделенного Украине после начала широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на 1 августа 2022 года в этот перечень входят более 1400 переносных зенитных ракетных комплексов «Стингер», более 6500 противотанковых ракетных систем «Джевелин», более 20 тысяч других противотанковых систем, более 700 тактических беспилотных летательных систем «Switchblade», 126 155-мм гаубиц М777 и 486 тысяч артснарядов калибра 155 мм, 126 тактических транспортных средств для буксировки гаубиц, 72 тысячи артснарядов калибра 105 мм, 22 тактические ремонтно-эвакуационные машины, 16 высокомобильных ракетных систем М142 «Хаймарс» и ракеты к ним, 4 машины боевого управления, 2 системы противовоздушной обороны «НАСАМС», 20 вертолетов Ми-17, сотни бронированных автомобилей «Хамви», 200 бронетранспортеров М113, более 10 тысяч единиц автоматических гранатометов и стрелкового оружия, более 59 миллионов патронов, 75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов, около 700 тактических беспилотных авиасистем «Феникс ГОСТ», ракетные системы с лазерным наведением, беспилотные воздушные системы «Бума», беспилотные суда береговой обороны, 26 контрбатарейных радаров, 4 контрминометных радара, 4 радара воздушного наблюдения, 2 противокорабельных ракетных комплекса «Гарпун», 18 береговых и речных патрульных катеров, противопехотные мины М18А1 «Клеймор», взрывчатка С-4 и подрывное оборудование для расчистки препятствий, защищенные тактические системы связи, тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазерных дальномеров, коммерческие услуги предоставления спутниковых снимков, защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов, средства защиты от химического, биологического и атомного оружия, медицинское обеспечение, включая аптечки, средства постановки электронных препятствий, полевая техника и запасные части, финансирование учений, обслуживание и ремонт техники и вооружения. Сообщается, что Соединенные Штаты также продолжают сотрудничество со своими союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине дополнительные возможности для защиты. Также напомним, ленд-лиз для Украины стартует с 1 октября. Сейчас Пентагон и Минобороны Украины определяют перечень вооружения и военной техники, которые в первую очередь поступят на вооружение ВСУ, заключаются контракты с американскими и иностранными оборонными предприятиями. Снимается техника с баз хранения США для ремонта и модернизации с последующей передачей, после прохождения обучения эксплуатации, нашим воинам. Спасибо за просмотр. Слава Украине!